Как будет делать в первый раз? Да заебал он с этими зимами, блядь. Вообще пиздец. Может, фамильярды сломались? Да нет, он кастовал пару раз. Когда мы у нас вот эти были ниндзя, типа. Вот еще про трави сегодня сделаем. Пойдем отдыхать. А завтра придем, будем думать. Как не, ну, конечно, бред. Так, а как другие делают? Да, блядь, все по-разному делают. Нет, никто одинаково не делает. У всех разные сетапы, все по-разному играют. Да, блин, этот таран, это какой-то бред просто. Да, она нормально. Написано, типа, что эта стрела дамажит по 5000, по факту дамажит по 7. Нормально. Сейчас, короче, будем... мне кажется, через... надо боб один сдавать на первую зиму, даже если ты не зыбку сдаешь. Боб не зыбку, и этот, как он называется... Ай, плевать, на первую, же зиму сокру ты 4 и гимн, плевать. Ну вот гимн, чтобы нет, она под боком была. Если будет вторая зима, то мы сдохнем на ней. Вот а если все вторая зима, там зима, боб на эрдруке даешь. Эрдрук, а сам я в бабле. Да. Ну давай. А зачем вообще боб на эрдруке дать? Если он может хиль бегая. Чтобы стоял хилю. Ну, потому что не хватает. Бегаю, ну, у него все ходки висят, и их не хватает. Нужно покровительство кидать. Нужно покровительство, да. Да и вообще, Эрдру, на рану нужны символы стремительного умножения. Мне вот интересно. Я могу переставить сейчас? Вы просто читаете? Огненная стрела дает 7000 урона. Вы это где нахуй вычитали? Мне просто интересно. Я прям сейчас открыл книжку. Давайте попробуем. Наносит 19000 и 6 дополнительных. Где вы взяли 7000 огненной стрелы в книжке? Я не знаю. Если у тебя есть цифры летающего урона, я не знаю, там МСБТ или как он, то ты видишь эти цифры. Так ты говоришь, в книжке написано 7000 урона. Я сейчас книжку про тебя открыл, написано 19000. В книжке написано, что она тикает по 5000, а по факту тикает по 7000. Там наебалово в книжке, там не надо читать. Они по X4. Чисто еще один крахмалоголовый. Они не делали под X4 книжку, не меняли вот эти приключения. Это там инфа неправильная. Все, хорошо. Все убивается. Добрый. Рыбку покушали. Где Севи? Ну, блядь, покушал, сука, говорю еще, блядь, суманите нахуй меня. Я хуею, ребята, блядь, вы что, не слышите нихуя, алё? Сосиска. Я, блядь, сказал это 5 минут. Да поняли, все, не души, не души. Не могу я нахуй, блядь, вы не слышите нихуя. Не души, пожалуйста, заебал. Нахуй вы свои нервы ебаны свои показываете, блядь. Потому что, сука, вы тупите. А потом спрашиваете, почему ничего не там, как мы договорились, что мы на первую зиму сдаем? Так, первая зима. Т4. Боб по Мэри Джейн. И все. Массакр. Вторая... И, ну, нет, массакр. Ну, массакр. Вторая зима. Боб по друиду. Баба Лошова. Все. Нет, тогда массакра не помню. Хорошо, вес сдаю. Да надо войду делать массакру. Погода, давай попробуем на разные бопы на зиму. Че попробуем? Не-не, на первую зиму нам хватит гимна. Мы нормальный первый раз пережили с гимном. Т4 плюс гимн. На вторую массакру Т4 плюс бопы. Ну, боб по Гудхиллу и баба Лошова. Этого должно хватить. Первая зима еще раз. Т4 плюс гимн от Войда боб по Мариджейн. Вторая зима. Нет, от шоу боб по Мариджейн. Вторая зима, шоу бабл, Войд по Гудхиллу, боб. Я еще по себе бабл на второй дам и по шаманизму каплю. И ты шоу тоже каплю, только в кого-нибудь другого не в шаманизме. Ты, кстати, тоже это Войд. Можешь по себе бабл отдать и стоять и хотя бы флешками подхиливать. Ну, я говорю бабл, еще и каплю на шаманизм дам. Ну, давай. Я так сделаю. Все, давай, серши на пол. А ты в какого-то лока? На СС киньте по... Я уже дал. Угу. Все, я шо видел. Заходим. Блять, я таймер не запустил. Так что... 12.
Пейте. Блять, зашибите маленького. Вы в курсе то, что косты в конце надо сбивать? Сбейте каст. Север, череп. Сбейте. Следующий фаербол в колкостую тронараживать идете. Рокс, ага. Мирик и маленькая дистанция между собой. Собью. Себастьян кастует. Нужно будет разморозить. Себастьян в перезоне стоит здесь еще. Около черепка. Угу. Блять, что хорошо. Сбейте каст, сбейте каст. Блять, что ни у кого не было каста, что ли, сбить? Шо, разморозишь Себастьян? Угу. Роман, ты почти дошел. А я думал, я захватил уже его. Север, череп. У нас все размороженные стоят. Собью. Ну ладно. Фамильярщики. Готовимся. Сейчас бурсты все будем давать, Геро, давать будем. Скажешь, как для чистерии. Поехали, ближнего к нам, ближнего к нам. Блять, я сказал Геро отдать, да? Да. Yes. Вы не забыли эти красноречие накинуть? По-моему, забыли, блять. Чё накинуть? Красноречие нужно накидывать на всех. Конечно. Я накину. По второму поехали. Быстрее. Не забывайте поддерживать. Все, хорошо, хорошо. Быстрее. Восьмой стак, нормально. Сейчас будет больно. Больно уже будет. Образцы жизни. Образцы жизни, да. Быстрее. Кимсик, живи. Отлично, все хорошо. Вот, выйди маленько, вот. Переставь его в центр его. В центр переставьте обязательно. Все, стоп. Собью, я собью. Сбейте. Кимсик в череп. Угу. Следующий размораживает его. Войд, в череп. Собью. Блять, ладно. Так, ребят, давайте отыгрываем зиму. Кастуем режим гим. Угу. Все, бегаем еще, маленечко бегаем еще. Все, стопнули бег. Ёбаный в рот, блядь. Гудлик, Андрес. Гудхилл, БР по гудлику отдай. Да блять! Да, давай играем. Давайте играем. Разморозь меня. Я в черепке, меня разморозите. Собью. Давайте играем.
Так, ничего страшного. Сейчас я бурстет даем. По ближнему к нам, который около Луны. Луну. Серии есть, Рокс. Не надо пока. Гулик, раскидывай. Угу. Прожимки на эту хуйню будем давать. Прожимки свои дефы готовьте на последнего фамильяра. Просто хуёво, когда кто-то умирает из рейда, у них меньше цели для каста, и они быстрее кастуют. Ну, по... на все пиздец. Да, ну херово на всё, очко нахуй. Да, на них есть костные зычи вообще? Да, я кидалась на все. После зимы что-то тяжко нахуй, надо как-то это... А после зимы еще нужно побегать, пока дебаф не спадет. Да, я бегал, все равно помер. И огурец сожрал, да, все равно сдох. Блять, я думал, все пиздато же мы зиму пережили. А сколько там босса? 30% осталось? Да если бы мы сейчас, если бы мы зиму нормально пережили, мы босса убили бы. А если бы не вместо фамильярда венец был бы? Ну, блять. Просто зиму не пережили. Блять, 2 фамильярда, 2, блядь, 2 зимы, это жестко, блять. Какие 2 зимы, одна зима была. Ой, одна, точнее. Ну типа фамильяр, зима фамильяр, слишком жестко как-то. Да сейчас еще проблема в том, что нас фамильяра сложили, блядь. Еще только первый фамильяр умер, нас сложили. Меня вот это сейчас насторожило, почему так было. Мага нету, без мага херу. Они могли все троем в одного нацелиться и все. Тоже бывает такое. Так, фамильяр первый. Первый фамильяр объем, который у Луне стоит еще всегда. Ну чё, блядь, сколько мне рыбы осталось? 2 рыбы, 2 трая и спать. Ну сейчас вообще нормально было, блядь, просто сука зиму не пережили. Нас тяжело прям с зимами. Ну пидорас сразу зиму кастует. Пять минут гим, угу. Сейчас получается 4-я фаза была, да? Сейчас... Да, 4. Одна зима, один венец, 2 фамильяр. Я говорю, мы бы убили, скорее всего, его. А ты, кроме гимна, говорит Джен, еще что-нибудь кастани? Или у тебя весь гимн 10 секунд кастуется? Нет, у него гимн, там, секунд. 6 кастуется, и сколько? Покастуй там. У тебя весь гимн кастуется, да? 10 секунд. Ну тогда все, ладно, я понял. Ну, за хосты вроде побыстрее должен кастоваться. 8 секунд нормально. Через 2 секунды после боба кастуй гимн. Ну типа когда гимн закончился, ты там флешки покастуй, вот там шоу и кто там мало хп был, они сдохли. Они там бегали. Почему ты не можешь ставить? Так ты под бопом. Так ты ж под бопом. Нам танк тут особо не нужен. Ты можешь, кстати, Себастья ДД-шмот надеть. Ну, пол ДД-шмот. Я уже так сделал. А, ну все. Жесткий. Не-не, кемпсик, спекать нам не надо его, нам нужен Т4. Сюда сервис ставлю. А что, на фамильярдах заслон работает? Работает любое поглощение урона. Вообще здесь по-хорошему ДС-шка нужен. Именно на фамильярах. Да и на зиме тоже ДС-шка нужен. У тебя Гудхилл ДД-спека нету никого? Сова есть. Ну, как? Она такая, короче, 4-4 там, но шмотки, я не знаю, там... Сейчас одену я посмотрю. Да, ты на день я посмотрю сейчас эту сову. Хилить кто будет. ДС-шка. Тут что, ДС-шка с Эрдру, конечно. Не, надевай обратно. Все, давайте, покушали, бафнулись. Дальше на пол. Пуляй. Все нормально убивается, просто маленечко превратится. Что делать, вы уже понимаете, все.
СС там накиньте. У кого СС есть? Не хватит урона, по-моему. Да, ДПС не хватит. ДПС не хватит просто. Чё там гимн? Сколько когда? Репот скажите, когда пить. Пейте препоты. Сбейте каст. Ладно, я собью. Следующий сбейте тут. Убейте каст. Себя сражен, убери. Собью. Я собью. Ладно. Север, череп. Себас разморозишь его. Собью. Сбейся. Беги, малыш! Ты пидорас тупой, блядь! Короче, я забавлюсь. Давай, забавлюсь, хиль как можешь. Т4 отдайте. Массакру там Т4 и хиль. Не, нихуя. Не, это вообще полный. Не, без гимна это вообще, блядь, залупа. Бесполезно. Че, к воротам? Как он заебал, блядь, сука, в первую зиму давать, это какой-то ужас. Короче, выход из ситуации. Ищем второго приста, где второго гимна. Да нет. А сейчас что, боб помрежаем, да? Нет, сейчас этого всего не было. Почему? Я забавился, там боб. У нас же как-то было, чтоб первый трай вообще, блядь. В кого ты дал гудлика? Гудхила. А. Ой, блядь. Ну смотри, вот ты дал в него боб, у него 0 урона от зимы. Ну тогда под боб 0 урона дается по зиму от зимы. Ну вот. Еще один драй. Сейчас у нас гимн будет. Просто я не знаю, он заебал, он зиму давать на. Ты, кстати, себе бабл дал, ты каплю скинул кого-нибудь. Не успел. Пытайся в этого шаманизма кидать. А сам, незыблемость плюс массакра что не работает? Так, стоп. Ну-ка, а капля она весь урон поглощает? 20% нет, переносит. 30%. Ну, если вкачан талант. Если талант вкачан, то 40. Шкаф, ну, пожалуйста, поставьте, присамоните меня. Ну-ка, линкани там, 30 что ли? По-моему, 20. 30%. Ну, линкани. Ну, у меня на отметает, так что у меня на 40%. Шкаф, самон еще. Блядь, что-то мне казалось 20. Это с талантом по тебе. А, не ну, стал там, а символом. 30 получаемого. Заебись. 30 с талантом 40. Давайте сейчас рыбу ставлю. Кушаем ребяху последний. А незыблемость работает, нет? 100% своего запаса здоровья. То есть чем больше у него хп, на кого каплю кидаешь, тем больше передаст. Олё. Всё, сейчас будет боб по Мэри Джейн с гимном. Незыблемость не понижает его? Незыбка работает. Незыбка была сейчас? Да, была. А, блядь. А нельзя сделать массакра, а? Бабл плюс незыблемость и все? Так и делают. А на второй два бока. Это на вторую надо отдавать. У нас на первую есть Мэри Джейн. С гимном. Там главное после окончания зимы всех прохиль выстоять. Может попробовать мастера аур на лед дать? А почему? Да я давал мастера аур, блять, хуй. Все, давай, Сершина. Сейчас первая зима. Боб от Войда по этому. По Мэри Джейн. Вторая зима. Ну, первая зима Т4, Боб по Мэри Джейн, вторая зима Шова Бабл. Войд. Шова Бабл плюс этот. По гудхилу, если вы задаете хилите. Реально, давайте мастер аур на огонь, а не на лед. СС шови давай.
Потому что реально убивает людей. СС гудкило. Людей убивают шарики. А, на него висит уже. Всегда, реально, это мастера на огонь, давайте. Нас убивают в основном этими шариками и панами. Короче, там на друиде висит, я нашел выкину. Давай, хорошо. Блять, пейте. Следующий фаербол, череп, север, череп. Фамильяры. Сейчас бьем у луны фамильяров. Геро не отдавайте. Просто бьем фамильяров под бурстами. Песнозвичные накидываем. Добили. Добили. Последним переходим. Значит, на него обновить. Сейчас будет больно прилетать. Нашка, скидывайте еще каст. Ставь антимагический панцирь. Пошел, шутнул. Просто БР пошел, отдай. Не надо, там надо. А, сейчас я понял. Быстрее. Вставай. БР погуглит, когда дашь? БР погуглит. Ребят, дайте. Собью каст. Бейте каст. Кимсик выйдешь. Наряжение гимна манус кастуй. Убейте. Какого хуя его, блять, убивает? Пиздец. Хули падать уже надо. Нафиг. Она по миллиардов то ДПС. И не хочу идти к воротам. Че шо говоришь? Не хочу его учить, это ворона, короче, пошел. Этот. Дон, допустим, он бьет в этом, в анхолике, и этот. Он вот на последнего уже как больно пробивает, он антимагический панцирь ставит, и там, собственно, поглощает нормально. Ну, да, я уже говорю, что хорошо вот так надо делать. Просто видишь, у Донда есть ММХан, который 10% дает медику. А у нас его нет. Может, на третьего фамильярда Геру давать? Нет, на третьего фамильярда Геру давать. Все, ребят, на сегодня Эро. В принципе, нормально. Я сейчас еще там подумаю маленько, с зонтом повездим. Может, что-нибудь придумаем. Что-нибудь замутить можно. Давайте, спокойной ночи. Давайте, спокойной.